Друзья, всем привет! Привет, мальчики, девочки, юноши и девушки, бойцы и бойцы. У нас выкатили обновление 4.58.1. Давайте попытаюсь быстренько пробежаться по тому, что к чему жизнь нас приготовила. Ну, сразу скажу, что я разочарован. Ничего интересного не пришло. Давайте, так скажем, в темпе вальса. Значит, первое, что... Ну, скажем так, относительно хорошие, да, тут все-таки поставлю больше лайк, чем дизлайк. У нас появилась возможность, начиная с 10 октября, получить бесплатно гибкую специальность. Она будет доступна, там, запчасти для нее можно будет собрать в сундуках за серверную войну, там, вплоть начиная с бронзового сундучка. И также можно будет собрать в бесплатной части ивента «Заряд цивилизации». Ну, это из плюсов. Дальше. Начался, собственно говоря, с утра, вот с обновления у нас ивент, который называется «Двойной девятый фестиваль». И тут всякие-всякие приколюшки, про которых мы там пробежимся и расскажу. Вот. Добавили нового генерала. Генерал годный, но, скажем так, дофига. Я не знаю, зачем их уже вводят. Появился у нас бассейн желаний Силуса. Боже, я вот не знаю, под какой дурью они придумают эти названия, эти ивенты. Дальше. Открылась возможность ставок на поле боя и также траты этих ставок. Далее. Золотое дерево у нас появилось. Golden Tree Rewards. Вот. Магазин алхимии и вояж цивилизации. Вот. Давайте теперь очень быстренько по ним пройдемся. Итак. Заходим в центр событий. Дельфийский оракул. Тема понятная. Тема... Тут сейчас выдают генерала, который может быть генералом, офицером казарм. Достаточно годный. Если вам выпадет или сможете забрать, это хорошо. Но, собственно, про дельфийский оракул рассказывать не буду. Тема знакома. Дальше. Алхимическая лавка. Написано много, но поучаствовать можете только если будете покупать пакеты. Если не будете... Собственно, все. На этом можно закрыть тему. Аукционный дом Откровения Майя, соревнования монарха от цивилизации. Тема знакомая. Ну, у меня день убийства монстра, например. Далее, путешествие к цивилизациям. Снова же такие донатные темы. Покупаете пакеты, там будут золотые штурвалы. За золотые штурвалы можно попутешествовать. Нету штурвала, нету путешествия. Все очень просто. Ставка на все звезды, снова же такие, сделаны ставки через задницу, вот, ставка на поле битвы, мне она не нравится, я там не участвую, я только их трачу, вон, видите, потратил уже, купил источники жизни и купил ключи призыва, все, больше мне тут ничего не интересно, ну, это лично мне, можете, конечно, побаловаться, поставить, может, даже что-то выиграете. Вот, поехали дальше. Покупка выходных. А, это было. Пакет удвоения. Битва при Гавгамеле откроется через 1,5 недели. Сезон поля всех звезд. Константинопольская, Гаруда, Месть мира, Королевский вор, Монстр босса, исторический генерал. Далекое путешествие. Вот, ну, суть далекого путешествия, оно привязано к нашей ежедневной активности вот здесь. И чем больше у нас активность, там будут открываться эти этапы. Ну, тема как бы знакомая, известная. Тут ничего нового в этом обнове не добавили. Война серверов, босс мира, больше с альянса, вторжение гидры, испытание пана, поиск сокровищ закончился. Вторжение призраков. То есть тут снова же такие, окромя алхимической лавки за бабло, ничего не добавили. Поехали дальше. Собственно, ивент двойного 10-го фестиваля. Охота за сокровищами, сумасшедшие яйца, собрать войска, гномия, яблоко, удачи. Ничего интересного, счастливое сочетание, ничего интересного. Состязание полководцев, пришли полководцы. Снова же таки бьем полководцев, зарабатываем ресы. Двойной 9-й фестиваль.
Налог на ресурсы, сокровище рыцаря Боярда, события сбора у нас удвоились, плитки, Цербер, золотой гоблин. Снова же таки, ничего такого, чего бы не было. Поехали дальше, следующие ивенты, следующие моменты. Лотерея, тема знакомая, таинственная головоломка, тема знакомая. Купон пакета удвоения, и за первый вход можно взять пакет утроения. Танец Эсмеральды, сразу забегу. В сутки бесплатно можно получить 10 вот этих вот пакетов Эсмеральды. Эта тема полезная, можно не только Эсмеральду, если вы не выкупили там Ариадну, там Дульсинею и там кого-то еще, можете выкупать. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, а потом не забывайте вы этих девочек там тыркать, да? Снова же таки, далекое путешествие, об этом уже сказал. И теперь поехали на супервыгодное событие. В супервыгодном событии. Выставка портретов. Знакомая тема, доходы за использование у нас в этот сезон, да, период, когда мы тратим ускорение общее, ускорение строительства, ускорение лечения, и также гемы. И получаем небольшое вознаграждение за это. Тема бесплатная и хорошая. Королевская вечеринка. В королевской вечеринке тут нам много всего. В том числе украшение Вечный город и исторический генерал Юстиниан, и там связующая эссенция, и прочее, прочее. Но донатная тема, если вы не донатеры, это вам не интересно. Супер распродажа эмблем. Понятно, эмблемки можно покупать за денежку. Супер улучшение, то есть фактически это продолжение ивента. Ну, закончился у нас ивент на создание шмота. Теперь у нас ивент на супер улучшение этого шмота. Так что можете заниматься. Месячная карта супер распродажи, ограниченное предложение. Испытание рыцарей. Тратим кровореза, попадаем в рейтинг. Как заработать и как немножко прокрутить, подняться в рейтинге. Хитрость об этом у меня там есть видосик, можете посмотреть. Вот. События покупок гемов. Месячная карта Альянса. Пакет с коллекцией украшений. Шоктябрь. Суперценный пакет гибкой специальности. Это все домашние, донатные темы. Теперь, начинал с бассейна желаний Сулиса. Самое главное, чтобы поучаствовать в нем, у вас должны быть монетки. Чтобы эти монетки получить, надо задонатить. Нема доната, нема, так сказать, посещения бассейна. Кто не купит базовых гемов, тот в бассейн не ходит. И ходи, воняй, как негодяй. Вот. Гадание на судьбу. Вот это вот достаточно годная тема, относительно бесплатная. В сутки можно заработать до 100 карт судьбы. 50 из монстров, 50 за сбор ресурсов. И потом потратить. Работает примерно так же, как работает вот это вот, господи, скажите, я скажу, рулетка у нас. Причем тут прям, понимаете, даже вот колесо фортуны, они даже не удосужились поменять. У нас так и осталось, поверните колесо фортуны. Примерно та же механика. Посмотрите внимательно, но обратите, пожалуйста, внимание. Не проходите мимо гадания судьбы. И золотое дерево. Золотое дерево. Тут хвала золотой ветви. Это донатная тема. И награды золотого дерева. Снова же таки, до 5 монет в сутки можно получить бесплатно за убийство монстров. И одну монету у нас стоит полить. 5 монет у нас стоит борьба с вредителем. Ну, это просто так называется, да, можно потратить. И 10 монет у нас потрясти ствол. То есть, ну, можно пропустить, можно оставить. Он мне даже показывает, что я получил какого-то золота. Вот. Ну, собственно говоря,
зарабатывайте монеты, не забывайте их тратить, и будет вам какое-то счастье. А по накопительной также будут накапливаться возможности открыть сундуков, вскрыть награды. Вот, собственно говоря, на этом обзор вот этого всего. Ну, а хотите больше, покупайте, конечно, за 10 баксов 5 монет и за 100 баксов целых 50 монет. Вот. То есть вот такая вот у нас история. Вот такое вот у нас чудное обновление. Ну, не знаю, может, конечно, кардинально ничего нового не хотели вводить, чтобы не поломать то, что и так работает. Потому что в свете того, что у нас будут все звезды, а может, немножко у разработчиков, так скажем, дурь закончилась. Потому что по-другому называть бассейн желаний с улица, там, придумать механику алхимии, думать, но при этом отсечь, я не знаю, процентов 95 игроков, это, конечно, надо было постараться. Все, друзья, на этом, так сказать, обозревание этого дивного, дивной обновы закончился. Вот, закончилось мое желание обозревать эту обнову тоже. Надеюсь, что следующая обнова будет поинтересней. Это уж слишком плоская и такая, даже похитить нечего. По причине того, что вообще ничего не выходит. Все, не забываем поставить дизлайк или лайк, или подписаться, оставить коммент. Всем хорошего настроения, до новых волнующих, чарующих встреч, пока-пока.